Пить мы ее будем в мультиплеере. С нами Димон, с нами Данил, и также с нами еще один Димон, драйвер 51.ru, всеми известный как доработчик модов. Ну, всем привет, ребят. Привет, привет. Вот, ну что, давайте начинаем тогда. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Эх, как я появился. Я тоже. Все, да. Супер гуд. Все отлично. Я, короче, тогда поехал гараж сразу открывать. В гараж поедешься? А, ну давай, ладно. А я тогда беру КамАЗ. Я беру КамАЗ. Дим, у тебя один гараж. Что я опять стрял? Да что такое? Мне что, так везет, что ли, а? В смысле стрял? Да блин, тут грязи просто. А ты на первую переключись. Да я переключился. Мне просто на той карте я встрял, на этой карте встрял. Везение? Совпадение. Не думаю. Рано. Даня, ты куда поехал? А что, гараж не здесь? Нет. А ты тоже гараж не здесь? Ух. А, я думал... Да. Дела. Возможно, даже сам автор этого зилка будет смотреть стрим. Да я вот на зилке я тронуться не могу вообще. Да, тут дифференциал. А, точно, дифференциал же переключение коробкой, елки-палки. Все. Да, кстати, ребят, у него такая фишка, так сказать, интересная. Он на месте может встревать. Без дифференциала, без полного привода, например, в гараже. Это. Все. Да. Не, другой Дим. Ну. Гараж-то не навези, там Данил повез 2 очка, 4 очка уже. А, уже? Да. Бери, короче, зилок тогда. Сейчас, где там? Так а чё 2 очка-то везти? Данил, ты 4 везёшь, да? Да, возьми на всякий случай 2. Окей, вот, видишь, Витёк, а ты говорил, зачем? Ну давайте, она 157-й взял с ремонтными. Да? Да. Ну давай, Витя, я тогда с тобой пойду вместе. Сейчас, погодя. Я пока буду... Пока ты там... Сейчас я второй грузовик снаряжу. Вы откройте там точку разведки. Ага, сейчас. Ну, Ребят, а здесь как ехать? Через озеро? Не-не-не, там есть везде дороги. Да, там есть дорожка. Через озеро там не везде можно проехать. Там есть дорожка кривая. А если проплыть? Но если не захлебнешься, то... Ты уверен? Да, можешь проплыть. Я уже в грязи боюсь ехать, а ты там это... В озере. Мне уже страшно. Не то поставил. А, я уже влепился. Кстати, ну вроде так зелок ползет, да? Вроде бы ползет. Там с зелком все нормально, дрова грузится, да? Не знаю. Я проверял сегодня, грузились. Угу. Так, а куда там ехать? Вперед, направо или прямо? Прямо. Я, по крайней мере, прямо еду. А, да, можно там приехать. Так, а чё, Витя, я, может, возьму тогда... Ты сразу 2 машинами пошел? Ну, конечно. Так. Угу. Чтобы не заморачиваться. Ну, я пойду тогда просто пустырем. На ремонтных, да, как бы, сзади, если что. Я думаю, можешь лучше тебе, Дим, эту канистру взять. Не-не-не. Так, а топлива тут где-то есть, нету? Да, тут есть заправка, вон она, открой карту, блядь. Сейчас. Ну, сейчас, давай я тогда вот переставлю. Так. Я встрял в этот, в водичке. Лужица такой. Переставлю. Так. Что-то я чувствую, много соляры потрачу с 2 грузовиками. Может быть. Может. Немало, это точно. Цистерна. Более КамАЗ такой он, зараза, прожорливый. Ой.
кстати, ведь этот, помнишь, я тебе перед стримом предлагал взять этот четырехосный? Кого четырехосный-то? Ракетный тягач. А, этот, Зилок-то? Да, у него расход с полным приводом 80 литров. Нифига себе, да, ну его хватит. Так, ну что, я тогда, Витя, поехал на заправку, да? Да, езжай на заправку и заправляй канистру. Сразу зальюсь на полную. Не особо глубоко, я думал глубоко. Ты вот здесь вот едь осторожней, где я чуть ли не падаю. Ага. Ну, не знаю, я надеюсь не перевернусь, это у меня все близко. А это нормально то, что вот у этого зелка прям вот так по фары грязь? Ну, наверное, да, это, наверное, карта такая. Ну да. Все как положено. Ой-ой-ой. Чуть подальше нам было. Ага, я... А мне норм, я проеду. Чем черт не шутит. Только что-то грязи как-то. Грязевито. Грязевито? Ага. Это хорошо. Это чтоб народ не расслаблялся? Да-да-да. Не знаю, может быть, может нет. Не-не, нормальная карта вообще, тут как бы все в норме. Ну да. Тут и воды хватает, и грязи хватает, и ровных дорог хватает, тут все вообще офигенно. Грязь сделал нормально, то что она перед водоемами, перед лужами. Ну да. Они как обычно некоторые делают, где-нибудь на горе грязь. И на спауне тоже есть. Да, что-то 157-й, смотри, на полном приводе, без дифа вообще не хочет идти. Угу. Слушай, а может ты отцепишь эту прицеп-то, а? И поедем так, у тебя тент, у меня тент, и Давид. Чё с ним пилить-то? Сейчас тебя куда-нибудь гоню. Сейчас я подтолкну тебя. Вообще не ползёт на автомате. Я на минималке еду. Но это ж КамАЗ. Ну, да. Вот, все. Ща поедем по бырику. Да. Вот, сразу как газанул-то. На тот берег, кстати, я думаю, не проедет. Тут глубоко, походу. Ага. Уже видно там. Так. Здесь не надо рассоединяться. Знаешь, Витёк, у меня вот такое чувство, вот... Если я в армию пойду, я примерно вот на таком же КамАЗе буду гонять. Ну вот, учись. Черт. Так, я сейчас тормозну немного, и голос мой пропадет. Так, я все, прилетел обратно. Да, так, пусти. Супермен! Нет. Я не Супермен. Я просто Дима. Это вон у нас там Карен в песне Супермен. А песня Супербой. Кто-нибудь в группе слышал? Нет. Ну мне нет. У меня времени не было. Послушай. Дим, что тащить? Да не, ща. Я на минималку поставлю вообще. О, едет потихоньку. Слушай, я даже не знаю, как я здесь с бревнами поеду. Да. Я порожняком еле еду. Кстати, зелок, похоже, проходимый КамАЗа. Он по резвее выехал. Да, кстати, это тоже обратил внимание. Мой КамАЗ чуть-чуть отстает. Зато КамАЗ без дифференциала едет. Ага. Ой. Короче, есть свои плюсы, во всем есть свои минусы. Я уже соляры столько на КамАЗе сразу сожрал. Ну да, у меня тоже там нехило. Нормально у всех там на аватарках, типа, что-то из Пентера, а из Saints Row 4. Вот, у тебя есть Steam? Чего? В Steam есть Saints Row? Не, я играл в нее, пока можно было. Но... Я потом когда-нибудь, когда распродажи будут, я ее куплю. Нам больно понравилось. Да, хорошая игра. Конечно, немного упоротая наркоманская, но так. Не без этого. Это ты немного. Какие вы парни быстрые? Да? Да, что-то вы уже далеко убежали. Да нормально. Я тут все ныряю в лужах. Ой, запчасть от Данила.
Так, а мы приехали, кстати, в гараж уже. Молодец. Называешь Time Trop просто немножко упоротый? Ну, по моему мнению, да. А ты помнишь, какое там было оружие, типа меча? А, да-да-да, я помню, господи, это такой упоротость. С ограничением 18+. А? Могу себе представить, что там было. Очень длинное-длинное. Ага. Предлинное еще на палке. Блин, у меня КамАЗ вообще не едет. А он, кстати, по проходимости вообще слабый. Вот этот 43-10. Так, что дальше-то делать? Да, я смотрю, у меня 157-й его просто пихает сзади. Да, помнишь, ты говорил про этот... Как ты... Ну, то, что можно делать, так зажимать тормоз и газ. Ну да, да, да. Походу, так водила на делке и делает. Без дифференциала, когда. А. Так, где этот манипулятор? Подскажете на этом КамАЗе? Ага. Ставишь опору сначала, а чуть выше опоры там будет платформа с краном. А, ага. Все. Потому что там кран не ставится без опоры. Я понял. Вот этот есть топливо. Так. Топливо, да, Димон едет с топливом. Ну, 157-й вообще не хочет и вообще ехать. Ну чё, по сколько берём? 157-й не хочешь ехать? Ну да, он... То ли, может быть, из-за веса цистерны топливо набрал. Ну, может быть. С пониженной на повышенную переключаясь, он встаёт вообще. Ну, он буксовать, наверное, начинает. Закапывать. Не, глохнет. Так, ребят, короче... Сколько брать? 2 или 4 очка? Ну... А, да, кстати, я хотел 4 взять, а взял 6. У меня, по идее, расчет идет на... Короче, у меня расчет на 4 очка, ой, на 8, так, но я с удовольствием бы от одной машины бы избавился сейчас. Так, давай я тогда так сделаю. Так, а сколько тебе там, по сути, нужно этих очков? Еще 8. Если каждый по 4 возьмет, будет шоколадно. Так, это надо манипулятор с этим... Цеплял, как с роскошком, да? Да. Да. Ша возьмем. Я просто думал это, загрузить. Это, 157-й. Меня тогда загрузите. А, да. Сейчас я только выберусь отсюда. А там же этот трейлер кар, по-моему, да? Роскошь называется. Сейчас вроде, да. Так, а я по лесу поеду, тут такой лес, поддающийся проезду. Давай. Немного поддающийся. Так. Ой-о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 й, все, ребята, утонул. С перевертышем, Паш. Ой, Витя. Ой, а ты это? Прям. Помочь? Помочь? Ну, я там ЗИЛ это на базе стоит. Вот, если можно, надо его уже дергать, наверное. Сейчас я это... тут есть ремонтные на этом ЗИЛе ремонтные части? Да-да-да, кунг у него есть. Давайте. Кунг? Сейчас я кунг возьму. Кунг есть, да. Нет. У меня и урон тут летит полным ходом, потихонечку начинает. Да, заглуши. А она у меня под водой, морда. Задние колеса только торчат. Ну вот морда у тебя и уронится, ты заглуши главное. Так да, он же заглох сам уже. Он кверх это... на... Я могу скрин даже залепить сейчас. Такое то, что он заглохший, урон получает. Ща я спасатели Малибу еду. Так, все, я КамАЗом паркуюсь, короче, под этот. О, ребят, удачи желают разработчик ЗИЛКа. Удачи? Да. О, спасибо. Окей, thank you. Все, скрин есть. Ужас. Я даже не ожидал, что я его так кувыркну. Конкретно встал, да? Ну я, получается, через воду поехал тут глубоко. Лебедкой перецепился, точку открыл, стал назад сдавать и перевернул его. И на дно ушел. Ну кто приедет вытаскивать, посмотрит. Да я приеду, я еду. Вот. Да я тоже. Пишу. Ребят, посмотрите на карту, вот то место, где я сейчас, видите? Ну,
Да. Здесь зелок уходит по фары. Такое ощущение, как ты... Да, мост. Я там только что проехал. А, вот ты где застрял. Нифига себе, ты где застрял. А, Витя, вот и ты тут на островочке тоже, кстати. Лопец. На островочке я, да. Вот, я как раз на углу островочка. А, вот рядом совсем. Да не там поехал, кстати. Я тут точка получается. Получается вот прям через воду сразу... Я ее открыл. Да, стал назад сдавать и перевернул его. Блин, печально. Вообще... Фига себе, ты хлопец перевернулся. Положил я его хорошо там. Как бы тебе выдернуть? Ой, меня там надо тяжело, наверное, доставать будет, потому что там еще цистерна полная. Ну, у меня комп полный. А это у тебя там что-то торчит над водой? Кто торчит? Ну, это у тебя там... Вон, вижу, кто-то там что-то торчит над водой. Это у тебя грузовик как утонул? Колеса, да, два задних колеса у меня с одной стороны только. А у меня вопрос с подвохом. У кого есть этот кран, чтобы грузиться? У меня. А, вот, я вижу, кто-то едет. Пытается едет или едет? Едет кто-то. Вдалеке. Вдалеке где-то. А с какой стороны? Так, вот. Биобика. Даник подъехал. И с другой стороны, со стороны гаража еще кто-то там едет. Я еду. А, ну вот, вторая машина я вижу. У меня тоже, как бы, я видео пишу. Ну вот он, я и в перевертыше. А, я вижу. Жаль, мне манипулятора нет, я бы тебе пузо подчесал. Вообще, да-да-да, тут вообще у меня чудесно просто. Надо было за жопу брать, наверное. Надо было за зад цепляться. Так. А ты, походу, ближе к тому берегу, да? Ну... Нет, слушай, а у тебя... Не то, что ближе, он на том берегу, я даже сказал бы. У тебя была одна точка зацепа. Только сзади. Ой, спереди. Поближе. Прям. Попробуй поближе немножко. Вот тронься. Ты опять заперед. Отцепляйся. Попробуй за зад. Вот, наверное, должна быть точка-то, по идее. Просто не достает. Вот. Все, сейчас я колеса попробую вывернуть, если, конечно, это что-то изменит. Ну да. Они же гребут все-таки, как-никак. Да у меня, по-моему, тут пока грибут. Что... Ой, урон пошел, полетел у меня. Полетел. Как бы вам там. Да. Ну сейчас там этот Димон это на подходе с этой, с ремонтом. А у меня есть это 350. А, ну это отлично. Ну у меня сколько? 800. Так, как бы у меня вот здесь не перевернуться. Да, кстати, я там проходил, там тропу протоптал хорошую. Так. Чем черт не шутит, проехали. Вот, уже хорошо, уже хорошо. Уже передние колеса я вижу. Ну, еще немножко, значит, осталось. Да сейчас... Сейчас главное на колеса его поднять. Так давай сейчас попробуем... Бегаешь, что ли? Попробовать... Да, за перед уже, наверное, надо попробовать цепануть. Сейчас цепанем. Так, а сзади у этого есть цеплялки? Кого? У этого, как его, взяла. Должны быть теоретически. А, да, есть теоретически. Мотор. Да, что-то так он не хочет вообще никаким макаром. Он... Ох. Да, он вот... А, слышишь, Витёк? Да-да. Как это... Недавно шел там от репетитора, вот такой иду, и там проезжает 3 это или 4 маза. Все погружены это лесом. Да, прикольно. Я такой иду, думаю. О, мазь. Мазь есть. Дальше не буду продолжать. Ребят, кстати, этот прозрачная вот эта цепка на роспуске, которая прицепляется от роспуска к зилу, она прозрачная. Так, ну что там вам? Помогать-то или как? Надо, наверное, попробовать. Вот. Попробуй. Даник, попробуй меня мордой пихнуть, да. Может быть, и поднимет. Ой. Сейчас скрин залеплю. Опа. Отлично.
Да уж, блин, ну вы думаете, парни. Тут прям как на рыбалке, вовремя подсечь надо. Да-да-да-да-да. Попробуй меня пихнуть просто передом. Может, она встанет на колеса, как бы, если... Тут надо, это как его, кировец. Да. Который 700... Во-в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 о
Это я? Ага. Так, тут меня, наверное, долго придется тут валять-то. Погодь, сейчас мы. Не прицел... А, ладно. Так, ну я могу заднюю руку помощь подать. Заднюю руку. Не-не-не, надо. Там поскольку рук-то? Так, что-то вы меня... Так, давай я сейчас переверну тебя, зацеплю и переверну, может. Ты попробуй... Даник, ты попробуй опять сбоку меня, в сторону вот... А я там не могу, там глубоко очень. Давай, это... Сейчас прицеплю, может... Переверну, только ты под воду уйдешь, я потом вытащу тебя. Отремонтирую, да? Не, он сейчас получится мордой туда развернется. Вот где, Даник? Попробуй пихнуть меня сбоку прям меня пихнуть. Может быть, он там уклон идет в воду. Может быть, он перевернется на колеса. Главное, чтобы он дважды не перевернулся. Да, там урона и так уже у меня. А, чья-то тележка покатилась в воду. Ё-моё. А у нее, по-моему, точка зацепа есть, ее можно будет выловить. Ну да, да. Во-во-во-во, давай еще. Еще. Походу, какое-то зачатие какого-то уанечка. Да это вообще ужас. Молодцы. Давай вытащу. Дедовским методом сейчас будем. Так. И давай, тарань. Опа. Вот. Еще давай теперь назад и ближе к заду. К задним мостам меня сюда стукни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас еще один, походу, уложим. Еще один перевертыш. Почти. Цепляйся за дерево цепляйся. Какой тут за дерево? Мне тут... Ой, друзья, товарищи. Вот это да. Меня... Ну что, у вас там еще выходное положение? Тут вообще... Я тащу его по дну. Тяжелый, я тут дайвингом занимаюсь. Чё-то все. Силы кончились у 157-го. Так. Вот надо сейчас, чтобы Даник меня зацепил за передний правый клык. Опа.